Японию опять трясет. Сегодня произошло сразу два землетрясения с разницей всего в несколько часов. Магнитуда была небольшая, всего 3,7 балла. У нас подземные толчки не почувствовали, а вот юг Молдовы содрогнулся. Благо, пострадавших нет. С начала мая это уже девятое землетрясение. Что дальше? Сейсмологи долгосрочных прогнозов пока не делают. Говорят, возможно, стоит ждать новой активности.